Привет, мои дорогие подписчики! Вы на канале «Хочу добавки» и сегодня я хочу приготовить очень вкусный и сытный омлет. Итак, поехали! Нам понадобится 4 куриных яйца. Мы их разобьем сейчас в мисочку. Присолим. Добавим черный молотый перец. Вот у меня есть. И слегка вилочкой собьем. Добавим немного свежего молока. Хорошенько так перемешаем. Молоко у меня магазинное, можно использовать и домашнее. Хорошо размешали и пока оставим его в сторонку. А сейчас займемся сосисками. Можно использовать просто вареную колбасу. Нарезаем мы их кубиками. Делаем не спеша. Спешить нам некуда. Так, сосиски у нас готовы. И сейчас мы их будем обжаривать на оливковом масле. Сейчас я зажгу плиту. Зажгли мы не сильно. Не сильный огонь нужно использовать. Масло разогрелось, и будем обжаривать наши сосиски. Пока жарятся сосиски, займемся помидором. Его нужно нам будет нарезать колечками. Сосиски обжарились, нам сильно не нужно, чтобы они были обжаренные, прижаренные. И выкладываем помидорчики. Даже лишние остались. Присаливаем. Накроем на пару минут крышкой. Делаем газ немножко тише и заливаем взбитыми яйцами с молоком. И накрываем крышкой.
Вот так он у нас пропекается, омлетик. И у меня есть еще такая любимая специя, как итальянские травы. Хорошо она мне нравится в омлете. Сейчас немножко присыпем. И пусть дальше печется. Омлет готов. Выключаем газ. Подождем немножко, чтобы он остыл. И можно нарезать его на порции. Вот какой у нас омлетик получился. Очень советую приготовить, особенно на завтрак. Всем приятного аппетита и доброго вам завтрака!